История праздника «День семьи, любви и верности» в России началась относительно недавно. Этот праздник был учрежден указом президента Российской Федерации Владимира Путина 8 мая 2008 года. Он был призван напомнить о важности семейных ценностей, поддержать институт семьи и пропагандировать верность и любовь. Праздник был установлен на 8 июля в честь Дня памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые считаются покровителями семейного счастья и верности. Легенда гласит, что эти святые были образцом супружеской жизни. Они жили в гармонии и взаимопонимании, помогали друг другу и преодолевали все трудности вместе. Казанский федеральный университет тоже отмечает этот день, ведь в его стенах образовалось немало крепких семей. Мы познакомились немножко раньше. Мы познакомились, когда вместе были в оргкомитете одной международной научной конференции. Это было 30 лет назад, в 1994 году. Вот. Но на самом деле, в общем-то, сошлись мы уже оба, будучи сотрудниками университета. Я работал на физфаке. А Александра тогда пришла в институт языка. И, в принципе, мы были знакомы, встретились, ну и как-то закрутилось и завертелось. Зачастую многие встречают свою первую любовь именно в студенческие годы. В этот период жизни молодые люди активно познают себя, свои чувства и ценности, что делает их особенно восприимчивыми к романтическим отношениям. Именно здесь, в стенах Казанского федерального, зарождаются многие истории любви, которые впоследствии перерастают в крепкие браки и счастливые семьи. Преподаватели, делясь своими знаниями и опытом, нередко становятся не только наставниками, но и примером для подражания в личной жизни. На самом деле университет действительно это очень много в нашей жизни. Были разные этапы в жизни, были разные сложные моменты, когда в том числе закрадывалась мысль о том, а не уйти ли куда-то в другое место, не найти ли какую-то иную сферу деятельности для себя. Но каждый раз лично меня все время просто ужасала, я бы сказала так, да, мысль о том, что я уйду из университета, и что я не буду связана с университетом. То есть это что-то такое, что уже таким стержнем сидит внутри, и представить, что твоя ежедневная жизнь не будет связана именно с этой академической средой, я себе не могу. 2024 был объявлен годом семьи. Это еще один шаг на пути к укреплению семейных ценностей. День семьи, любви и верности стал популярным праздником в России. Люди поздравляют своих близких, проводят время вместе, устраивают различные мероприятия и дарят подарки. Это замечательный повод для того, чтобы выразить свою любовь и заботу о родных и близких, укрепить семейные узы и насладиться общением. Резеда Каримова, Богдан Цвященко, Универ Новости.